Сегодня еще свет есть. Я сейчас, чтобы мне побыстрее было, сделаю сироп для черешни. Вот. А потом, когда ее залью, она сок пустит. И немножко быстрее будет процесс на самой печке. На улице уже на дровах. Некогда сейчас варить. Надо все делаем в приглядку. На скорую руку быстренько. Лишь бы не пропали продукты и фрукты. Вот так вот. Пока тишина, галопом все делается. Ага, мы не ищем легких путей. Свет отключили. Не закипел мой сироп. Сейчас на газу. На газу побыстренько. Ну, газы же тоже надо экономить. Баллоны-то заправить негде. Вот поэтому я решила растворить сахар, а варенье уже доварить на костре. Не хочется тратить газ баллонный. Вот. Теперь пусть стоит, сок пускает. Что оно у меня сразу затвердело все. Кипело мало. Да. Кипело, потому что баллонный газ. Жалко. Она и так сок пустит. Мы не ищем легких путей, я же сказала. На двух печках, главное. Ну да. Завтра праздник, Троица. Я подготовила, замариновала на завтра вот такие вот окорочка. Приходится сегодня это все ликвидировать. Достоит оно до завтра без света или нет. И окрошку. Окрошка у меня на минералке с простоквашей. Вот. Майонез. Лимонная кислота. Ну, короче, вся зелень со двора. Это второй раз мне такая подлость. Только закупила немножечко продуктов на неделю. Вырубили свет. Ну, дай бог, его, может, дадут раньше. Потому что в магазине тоже полно продуктов привезли. Так там мороженое. 2 ларя мороженого. Вот. Сейчас на улице остальное приготовим. Черешня у меня настаивается, завтра доварю. Уже поздно, ничего не хочу делать. Все. Мяско пожарим, окрошки поедим и спать. Да, дадут нам поспать сегодня или не дадут? Посмотрим. Немного добавила еще водички. Все, пусть настоится. Пора уже квас ставить. Тоже страшно ставить. Успеешь квас заквасить или не заквасить? Вот. Хлебушек нанизала. Остатки такие. Все, весь ужин с таких остатков. Единственное, что окорочка я заранее сделала. Все хотелось на праздник. Вот. Такие дела. Так и живем. Все нормально. Все можно пережить. Поливку никто не отменял, да? Поливку никто не отменял. Водичка есть. Ужин тоже никто не отменял. Да. Сухой закон, коньячок. Корма. Классный мешок. А ты уже закрыл курей, да? Курицы уже спят. Вот сколько для них сена заготовили. Как кроликам. Вот. У нас закон. Для гнезд. На зиму. Будет в гнездышках у них сухо и тепло. Вот так вот. Полусладкий у меня тут закон. Не сухой. Да. Мокрый полусладкий.